Доброе утро. Доброе утро. Я вот думаю, стоял, когда мы славили Бога. Аз мислих, докато стояхме и славихме Бога. Помазанные люди пишут стихи для музыки. Помазаните хора пишат стиховете за музиката. Там такая выжимка, и ты стоишь, тебе стыдно. Там такъв е изцедъка, че докато си стоиш, ти е сам. Я не такой. Понеже вот аз то, что там такъв... поется, я пришел, чтобы славить тебя всю жизнь, всей жизнью. И там но себе, че так. Аз дойдох да ти славя с целите живот, но това не е така, не и е вот така. Почему важно бывать на прославлении, некоторые опасности? Защо е толкова важно да присъствате здесь на хвалението? Здесь тебя приводят в чувства, че тук те карат да си чувстваш на мястото. И сами себя, наверное, приводят в чувства. Потому что это неправда, что я всей жизни славлю себя. Моя жизнь не всегда твоя слава. Понеже моя живот не винаги е твоята слава. Поэтому это вот вступление только. И твое само началото. Я хотел сказать вот о чем. Я погромче. Побыстрее, наверное. Побыстрее. Я хотел сказать две вещи. Искак да кажа две нечто. В Библии написано. Библия это пише. В послании римлян. В послании к римлянам. Вы знаете, где это написано? Нали знаете, когда я пишу това? Не будь побежден злом. Не буди победен от злото. А дальше написано дальше. А след това какво пише? Но побеждай зло добром, да? Но побеждава но злото. Думайте, что написано. Доброто не зло. Будь побежден злом. Но пише не бъди победен не от злото. Не будь побежден злом. Не бъди победен от злото. Я всегда раньше говорил сразу через запятую, но побеждай зло добром. В этом весь замысел. И аз винаги казвах, побеждавай чем? Злото с добром. Добром, это правда, да? Я не успеваю за вами. Да? Побырзи надо или как? Но побеждай зло добром. Я рассказывал, но побеждала и злото с доброто. Аз рассказывал. Я здесь свидетельствовал, наверное, я не помню. Я часто сам свидетельствовал. Често говорю за това. У меня был такой случай, который показал случай, мне, как это делается. Който ми е показал, как това се прави. Лет, наверное, 7 или 8 назад. Преди 7 или 8 години. Представьте себе, я представите в городе Севастополе дома у себя. Че аз бях вкъщи в моя роден град Севастопол. Весь такой успешный. Толкова успешен. Весь такой на дорогущей машине. С скъпо кола. На большой и высокой. На много высокой и голяма. Еду спокойно себе по своему родному городу. Пътувам из своя град. И в каком-то месте, значит, мне нужно выехать на большую, на главную дорогу. И в одно-то место треба да изляза на главния път. А с нее съезжает какой-то мужчина на копейки. А вот там излиза някакъв мъж с на много эти на кола. На разбитых жигулях, как вся какая-то в звездке, ну такая страшная машина. На много страшна кола. Да, и у него окно открыто, и там за рулем сидит такая... И прозорец отворен, и там стоит... Харя, по-другому не скажешь, хоть я и христианин, я не знаю, но как так вот. Да, нехороший человек. И там сиди немного приятен человек, да. Внешне. И я было поехал, а потом дернулся и остановился, потому что надо было пропустить. Я започнах да тръгвам, но веднага спрях, защото трябваше да го пусна да влезе. И вдруг этот дядя и изведнъж този мъж из этого окна от този прозорец громким матом много високо с псувни начинает меня, на меня кричать. Започна да ми вика. Матом меня ругает, страшно. Да ми... Весь возбудился, и слюни летят, и он ругает меня. Со псувни да ми вика, направо слюнките пръскат върху меня. Да. И у меня вот отсюда снизу начинает такая красная тема подниматься. Краснота. И направо от краката ми започва нечто червено да се въздига и идва до тук чак. Я служил на военно-морском флоте долго. У меня... Я служих на военно-морския флот. Резервы там есть. И имам резерва там. Да, и с какого калибра мне ответить, понимаешь? И со с какого калибра я да только отговоря. Рот открыл. И там ман отворих устата. И вдруг внутри себя слышу. И вътре в себе си чувам. Не будь побежден злом. Не бъди победен от злото. Но побеждай зло добром. Но побеждавай злото с доброто. И я сделал так. Я направил сразу эта краснота пошла вниз, знаете, как градус. Така червеното отиде надолу вече. Я сделал так, руки поднял. Ясно, воздигнах ръцете си така. И сказал: "Прости, брат". И казах: "Извини, брат". Я визуально видел, как этот человек, которым рулил дьявол, и аз видях, вот този человек, сжался, който беше подводен от дявола, испугался, и той се намали, сник, застраши се, и принял позу побежденного. И уехал. Приел позата на победение и я думаю, и вот заминал. Это да, вот она и реальность. Эх, не реальность. Будь побежден, не побеждай победен зло от злото, но побеждавай злото с доброто.
Но понимаете, зло в Советском Союзе говорили, зло должно быть с кулаками. Но разбирате ли, в Советском Союзе казвали, добро должно быть с кулаками. Че доброто треба да е с емруци. Добро должно защищать себя. Доброто треба да защитава себе си. Словом, да? Словом. Это и есть добро, когда мы словом защищаем себя от зла. И това и е доброто, когато се защитаваме с словото. Я знаю и видел и слышал. И сам виждал и чувал. Но на прошлом собрании здесь. На минулото собиране тук. Я видел вот здесь Сашу. Аз видях тук Александр. Видели? Знаете, да, Саша? Загоруй фамилию. Да? Нали знаете, родители Александр были, Загоруй. Родители куда-то, я не знаю. И я видел, как он вот так ходил здесь. И аз видях, как сей расхваждал тук из залата. Нали сте видели? Я стоял вон там, вон вот там а стоял. Я наблюдал там, за ним. И го наблюдавах. И я хочу сказать, что искам да ви кажа, как-то все сникли немножко, мне показалось, как-то в церкви. Че всички са... Что сделали? Ну, как-то настроение немножко изменилось. А сякаш настроението на църквата се е променило? Потому что это было явно ненормально. За что-то не е било много нормално това. И потом я разговаривал с его мамой, с Таней. И аз после говорих с неговата мама, Татьяна. И она рассказала мне, что Татьяна. У него аутизм. И тя ми каза, че той има аутизм. Если я не доктор и не профессор. Аз не съм лекар, не съм профессор. И не разговаривал с профессором. Но я думаю, что это... Но аз мисля, че... Это только диагноз врачей, которые не все знают. Че това е диагнозата на лекарите, които не знаят всичко. Это злой дух. А всъщност това е... Я правда говорю? Это злой дух. Това е зъл дух. И я разговаривал с мамой. И аз говорих с майка. Я хочу вам сказать, что когда мы видим таких вот детей проблемных... Искам да ви кажа, че когато виждаме такива проблемни деца... Это еще не самый худший вариант. Това всъщност не е най-лошия вариант. То мы должны понимать, что испытывают эти люди. То ние трябва да разбираме родители, какво изпитават тези хора, родители. Какой большой и тяжелый крест на них. Такъв тежък крест върху тях. И это кръст върху тях. И това е зло. И это зло. Това е зло. И оно должно побеждаться добром. И то трябва да се победи с доброто. И у нас доброто. Есть слово. И ние имаме словото. Меч. Обоюдоострый. Меч, който е много остър. Послание Иакова написано в 4 главе. Посланието на Иаков пише. В 7 стихе написано. 4 глава, 7 стих пише. Покоритесь Богу. Покорите се на Бог. Противостаньте дьяволу. Противостоявайте на дьявола. И убежит от вас. И той ще бяга от вас. Они начинающие верующие. И те са започващи верующи. И они нуждаются в поддержке. И те се нуждават от подкрепа. И эта поддержка должна быть мощной. И тази подкрепа трябва да е мощна. Я думал, что они здесь, я хотел бы, чтобы мы за них помолились. И докато сме тук, искам да се помоля за тях, за родители. Чтобы у них не было страха. Родителите да нямат и чтобы страх, была смелость, отвага. И да имат смелость. Посмотрите кто-нибудь. Бог. Рома, посмотри, они здесь, пусть они придут. И родители, и Сашу. Сашу, чтобы не напугать его надо. Но за него надо помолиться. Не трябва да се помолим за Александр. Из него надо гнать нечистого духа. Трябва да гоним демона от него. А родителей надо помазать на борьбу. А потому что им предстоит да борьба. Неизвестно, когда это произойдет, победа придет. Им нужна сила. Вы и согласны? Докато не дойде победа, вы готовы помолиться? Силы. Готовы мы помолимся. Да се помолим? И это будет побеждать зло добро. И тук ще побеждаваме вот родители злото пришли. С доброто. Сергей, идите сюда. Сергей, заповядайте насам. Давайте помолимся за Таню и Сережу. Да се помолим за Татьяна и Сергей. Мы будем молиться о том, чтобы Бог благословил их на победу. На победата. Чтобы у них была уверенность. Че полная, да имат сигурност, чтобы не было никакого страха. Никакав страх. Никаких сомнений. Никакви сомнения. Библия говорит. Библията казва. Покоритесь Богу. Покорете се на Бог. Противостаньте дьяволу. Противостоявайте на дьявола. И той ще бяга от вас. Если мы видим в своей семье. Ако виждаме в нашето семейство. В своих детях. Своите деца. Какое-то негативное влияние нечистых духов. Някакво негативно влияние на нечисти духове. Это работа того, кто пришел нас обокрасть, това е работата на този, който погубить. Дошел да ни обкраде, да ни убие. И Бог сказал, что у нас есть сила. И Бог е казал, че ние имаме сила. Он наделил нас силой. Той ни е дал тази сила. Он сказал сила. Все. Той казал всички. Даю вам силу. На всички ви давам сила. Наступать на всю вражью силу. Да наступате да? На тази власть. Злата сила. Власт. И изгонять их всех. И да ги изгонвате. Поэтому я сейчас за това аз сега молюсь се моля во имя Иисуса Христа, в името на Иисус Христос, за Татьяну и Сергея, за Татьяна и Сергей, и прошу Тебя, Господь, и моля, Господи, помажи их на эту победу, помажи на эту за борьбу,
победа за тази и чтобы эта победа была короткой и быстрой. Да и пусть и лесна, правда будет восстановлена. И правда да будет восстановлена. И их сын будет здоров полностью. И техния сын во имя Иисуса Христа. Здрав, во имя пусть, так Иисус пусть так и будет. Во имя така Иисуса. Да будет во имя на Иисус Христос. И я молюсь за Сашу вместе со всей церковью. И прошу тебя, Господь, благослови этого мальчика. Освободи его прямо сейчас могущественным именем Иисуса Христа. Пусть нечистый дух прямо сейчас выйдет из него, и он будет полностью свободен и здоров. Прямо сейчас во имя Иисуса Христа. Выйди вон. Прямо сейчас. Трогвай, выйди, нечистый дух. Трогвай, выйди вон. Дух. Прямо сейчас. Оставь излизай, его. Излизай, устави го веднага. Во имя Иисуса. В могущественное имя Иисуса Христа. Имя пусть так и будет прямо Иисус сейчас. Христос. Выходи. Веднага, излизай. Выходи во имя Иисуса. Излизай во имя Иисуса. Оставь Иисус. Его. Устави го. Аминь. Аминь. Пусть так и будет. Така да и буде. Так и будет, Сергей, така слышишь меня? И ще буде. Так и будет. Така ще буде. Аминь. Слава Аминь. Богу. Слава на Бога. Спасибо тебе, Господь. Благодаря мы тебе, верим, Господи. Что все будет хорошо. Мы верим, что все ще буде наред. Аминь. Да. Можно ролик пустить?